Хороший здесь кусок. 36 кг. Я помню эту картину, когда лежишь на нарах, да, там как проходит эти деревянные нары, сидят мужики вот за этим как раз металлическим столом, и там 5-6 человек, да, перед каждым из них горочка козы, да, вот эти вот линейки деревянные, которыми они выбирают. И они сидят, выдувают из него крошку, песок, камешки и так далее. Золото тяжело, собственно, называется прогулка золота. И вот этот эпизод даже у нас поставлен, потому что он настолько характерен для этого места. Столы обязательно должны были быть металлическими, потому что деревянные там заваливаться могло золотишко и так далее, а здесь нет. И лапками заячьими обязательно это сметалось. И значит, плюс, ребятки, я думаю, что здесь нужен табачок. Да, обязательно. Здесь нужен беломор. Да. Понятно, да? Да. Хорошо? Мне нравится. А потом будет драка с мордобоем? А как же? У нас завсегда так. Вестерновская драка. В кабаке это была уже дань жанру. Разрешите, это сделаю я. Саша Суворов построил вестерновское кафе. Мы долго выбирали ему название. Наконец остановились на замечательном названии «Золотая лихорадка». В этом эпизоде снялась вся съемочная группа. Но надо сказать, что у группы был такой подъем по исполнению именно вестерна. Она была настолько едина в этом. И, знаете, ну, люди поснимали очень многое, побывали в очень многих проектах. Понятно, как все киношники, да. И вот они приехали сюда снимать вестерн, да. Они были настолько едины, они были настолько в заводе. Эпизод и раз не идет, два не идет, три не идет, ничего не рождается. И в конце концов мне Иван Игоревич Немцов говорит: «Василий Игоревич, шляпу. Взять твою шляпу, и все пошло». Поехали, ребята!